Приветствую всех подписчиков, зрителей канала, любителей спортивной обуви и одежды. Классическая модель выпущена в 1982 году, разработанная Брюсом Килгором. Air Force 1 стали первой баскетбольной моделью с технологией Nike Air в пяточной части. В 1983 году Air Force 1 с высоким профилем носили лучшие игроки NBA – Майк Купер, Бобби Джонс и другие. В 1985 году повторный релиз в количестве 3000 пар были раскуплены практически сразу. Air Force 1 впоследствии, помимо баскетбола, вышли на городские улицы. В середине 90-х и 2000-х годах к праздникам и особым событиям Nike представлял лимитированные версии Air Force 1, которые раскупали коллекционеры. В 2000-х годах популярность первых форсов вывели модель за рамки спорта и стали пользоваться успехом у известных исполнителей и рэперов, став частью популярной культуры. В 2012 году, спустя три десятилетия после релиза оригинала, была представлена версия Lunar Force 1 с облегченной подошвой Lunar Lone в культовом профиле. В 2017 году была 35-я годовщина модели и было выпущено 5 коллабораций полностью белых Air Force 1, которые мгновенно стали гиперпопулярными. Сегодня рассмотрим Nike Air Force 1 – городской реактивный истребитель, вдохновленный истребителем ВВС. Модель низкая, LOW. После выхода Nike Air Composite, Nike решили использовать такой же камуфлированный принт с черными акцентами, нанесенные на текстильную верхнюю часть Air Force 1. На шнурках есть значок с названием модели. Шнурки также фиксируются в петле на кожаном языке. И на языке также есть вставка с надписью «Городской Air Force». Подкладочный материал классический, текстиль. Свуши по обе стороны модели из кожи совмещены с кожаной вставкой на заднике, на которой вышита надпись Nike Air. Подошва у нас полупрозрачная, из плотной резины, с модулем Air в пяточной части. Также подошва прошита капроновой нитью по всей окружности и имеет оранжево-красноватый оттенок. Носить рекомендую весна-осень, цена 15 тысяч. Спустя более 30 лет после первого релиза Air Force 1 остаются верны истокам, закрепив за собой статус must-have на многие сезоны вперед. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. С вами был Серега. До новых встреч. Пока-пока.